Привет, друзья! Прогуливаясь по супермаркету, мы наткнулись на эти таблетки для очистки и дезинфекции бачка унитаза. Сняв крышку с бачка, мы обнаружили, что на дне образовался вот такой темный налет. Вооружившись зеленой таблеткой из супермаркета, мы поместили ее на дно бачка. Спустя некоторое время, заглянув внутрь, можно было увидеть, как наше приобретение расщепляется под воздействием воды, окрашивая ее в зеленый изумрудный цвет, издавая аромат, как у мыла и прочих моющих средств. Нажмем на слив. Но данное средство не совсем эффективно. Такой таблетки едва хватает на неделю. Вместо этого можно взять тюбик дешевой зубной пасты. Вооружаемся обыкновенной иголкой. С ее помощью прокалываем наш тюбик со всех сторон. Дальше откручиваем крышку бачка. И вместо таблетки помещаем туда наш тюбик зубной пасты. При взаимодействии с водой паста начинает вымываться. Во время слива вода из бачка будет ароматизироваться и освежаться, очищая и дезинфицируя бачок и сам унитаз, что не менее эффективно, чем магазинные таблетки. А главный плюс заключается в том, что тюбик гораздо дольше послужит, чем комплект из 4 таблеток. Его хватает на пару-тройку месяцев, что годно сэкономит ваши деньги.